Культурной столице финно-угорского мира, марийской деревне Шарунжа, отметили праздник Уирня, по-русски Масленица. Он собрал больше 600 гостей, среди них и артисты фольклорного ансамбля «Северная птица» из Коми. Организовали торжество по всем марийским традициям, катание на лошадях, блины по старинным рецептам и древний обряд угощения хлебом. Особое значение в этот день придавали катанию на санях с горки. Сделать это должны были все, и дети, и старики. В прежние времена марийцы верили, чем дальше прокатишься с горы, тем дольше проживешь. Впрочем, это не единственное поверье, связанное с этой забавой. Очень важно было, чтобы был хороший урожай, поэтому мальчишки, например, садились на гору, катились и кричали: «Качусь на мамкин лен!» Это значит, что у матери, если он очень далеко-далеко прокатится, у матери, значит, будет очень высокий лен, значит, хороший, значит, урожай. А у нас именно в республике Мариэл очень было популярно и в русских селах, и в марийских, очень популярны были шесты. Так называемое катание на шестах или катание на жердях. Только одно пожелание, чтобы вот действительно по-прежнему сохраняли свою национальную аутентичную культуру, потому что это настолько ценно, это настолько важно, потому что если нам будет нечего передавать по следующему подрастающему поколению, то мы не будем знать действительно самых-самых своих корней. Отметим, в этом году в Шарунже пройдет 12 крупных финно-угорских мероприятий. В мае здесь отпразднуют Пасху, летом проведут слет марийской молодежи, музыкальный фестиваль финно-угорских народов, показ спектакля «Под открытым небом» и праздник Сюрем, который сохранился только в Шарунже. А завершится год праздником урожая.